А это надо мне такой вопрос поставь, чтобы утонул в вине или замерз в кустах? Зачем мне этот спор? Все без меня решат, ведь у врага топор с помоями ушат. Мне водка ни к чему, напьются без меня. Женюсь, надев хомут, а после жен менять? На чуждое добро ни под каким углом. Ни слова лжи пером, иначе дом на слом. Что потеряю я, когда живу в тиши? Без разного зверья задачи все решил. На каждый шаг вопрос заранее ответь. На людях он не прост, когда далек совет. Молиться постоянно и помощь ощущать. Познать, где лед, где ямы, где говорить, молчать. Сижу учеником, иду всегда студентом. Со многими не знаком, что кроется за этим. Иисус мне право дал к нему взывать всечасно. От мыслей так устал, влекут они в опасность. С кем дружбу завести, довериться как брату, под кров к себе ввести и вывести обратно. Все тайно, все в тени, а часто в темноте. То ближний стал темнить, плетет украдкой плеть. Наставит тот, кто все связи отрубить, совсем концы отдать и в океан отплыть. Не знаю, нет намека, что лучше избрал. Мудрец стал недотепой, друг близкий обокрал. Молитва со слезами, с доверием к Христу. Остановился, замер, лишь слышен сердце стук. Я так и знал и верил, Иисус ко мне придет. И постучится в двери, ему я дам отчет. Сомнения все осветит, так ясно станет все. Рукоплещите ветви, наш пастырь нас спасет. 18 ноября 2004 года.